Инспектор заснул. Или рыгает. Наверное, рыгает. Себе красава. Давай, поднимай. Чуть выше. Ой, а он пострадавший. А все произошло, знаешь почему? Потому что людей ослепил свет из рекламы, которую установил Сергей Иванович Кравченко. Вот давай сейчас закроем и покажем людям, какой яркий свет, в принципе, который слепит водителей. Вот я лично как водитель могу сказать четко, что меня этот свет отвлекает, когда я веду машину. А если люди психически не совсем здоровые, или там у них эпилепсия действительно, то легко это могло стать причиной данной аварии. Вот видите, как мерцает ярко? На аварийно опасном перекрестке установили рекламу. Себе наживаться, а людям оно мешает вести это автотранспортное средство, им плевать. Этой власти луганской. Реклама. По обе стороны, то есть хочешь не хочешь, она тебя ослепит. Наведи на Жигули и на лобовое. Дай. Скажите, инспектор, здравствуйте. Газета «Свободный репортер». А какая была причина ДТП, неизвестно? Он, не он. Там, да, он. Да. Значит, да. Функция здесь снаряда ДПС – это охрана места происшествия. Далее оказываем помощь следователю, который оформляет ДТП. Более я вам ничего не могу сказать. А как вы считаете, хорошо, как инспектор ДПС, вот яркая реклама, она... Я вам сказал функцию. Задать вопрос, не касающийся этого ДТП. Реклама, которая размещена вот тут на медиабордах, на аварийно-опасном перекрестке, вообще, в принципе, может стать причиной подобной аварии или не каких-либо? Знаю. Информационный запрос делайте в ГАИ, вам ответят. Я ничего не знаю и не могу сказать. А жертв нету, скажите? Вы же это должны знать. Нету? А выпивший за рулем? Пока устанавливается все. Спасибо.